свете вышерассказанного о геморрое очень странным звучит такие вопросы, как «хочу почистить печень, расскажите, покажите» и прочее, прочее, прочее. «Очень хочу, но вот не знаю, позвольте». Да тут про эту печень уже было написано, рассказано, показано огромное количество видосов. И вот таким людям я даже не знаю, что ответить. Понимаете, все есть, а они сидят на всем готовом. И вот действительно им надо еще это, все это в рот положить, чтобы они просто проглотили. Все разжевано, все уже это сделано. Ищите, ищите. И в книгах, и во всем. Мне бы там что-то сказали такое вот, как я вам сейчас рассказываю, что вот это вот работа, рабочая вещь. Просто там где-то вот она находится, вот примерно в той области. Да я бы все уже перерыл. Поэтому таким людям, ну что сказать? Вот что сказать? Вот что сказать вот? Не хотите умнеть? Умнеть. Вот естественный отбор такой. Не хотите умнеть, значит вымрите, да и все. Да, дятел подтвердил. Кстати, а покончить я решил, вернее, думал покончить жизнь, это когда я сына водил через железную дорогу в садик. Я думал, ну вот если под поезд бросится, колеса идут, она дзинь-дзинь, 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 быстренько тебя, опа, пополам перережет, и все, понимаете, и все. Вот такие мысли были, когда я стоял и смотрел, как проходят поезда. И не было бы этого Моби Дика, не было бы ничего. Оказывается, то, что кажется нам вначале какой-то стеной, каким-то непреодолимым препятствием, которым все дальше, как сказать, мрак, легко преодолевается, и дальше жизнь идет совсем по-другому. Вот птичка песенки поет. Совершенно по-другому. И вообще жизнь, она ласковая, она любит тебя. Она просто ждет, когда ты развернешься к ней по-настоящему. Когда ты ее поймешь. Когда ты ее оценишь, что это величайший дар, который тебе дал. Но надо немножечко приложить своих усилий, своих собственных, так сказать, ума, для того, чтобы жить и наслаждаться, а не болеть и думать, что ж уже сделать, как лечиться, что выпить, что съесть, в конце концов, или уже покончить с собой, чтобы не мучиться вот это, чтобы она не заставляла. Она как раз вот через боль глупого человечка и заставляет задуматься, пересмотреть свой образ жизни, пересмотреть. И когда ты пересмотришь, да боже мой, радость вот сейчас меня окрыляет. Просто радость наполняет, что мне все-таки дали какое-то понятие. А все остальное приложится, все эти блага и прочее, прочее. Ах, как я люблю жизнь, потому что я понимаю. На этом заканчиваю. Геморройщик со стажем. В прошлом. Доброе здоровье. Сегодня тренировочка или просто футбол? Тренировочка. На воду будете выходить? А, именно так, но тогда... А, футбол. Ясно. Знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас
приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.